Еще всегда у клиента должна быть альтернатива, ну или можно сказать, как работа с возражениями. Если клиент говорит, мы это там уже работаем и так далее, может спросить, а если мы вот сделаем вам предложение в 100% лучше, или там по условиям, по цене, или еще что-то. Клиент же не дурак, не идиот, чтобы упускать хорошую возможность. То есть он всегда взвесит. Поэтому тут и уникальность, да, и нужно всегда предлагать альтернативу, есть всегда эта сумма нюансов. Ну, либо как, например, спросить, что ты там колбасу какую покупаешь, как обычно, или есть лучшая колбаса. То есть, если клиент говорит, я покупаю как обычно, он идет по своим рельсам, ну, тогда окей, нет смысла даже настаивать, если он альтернативу никакую не рассматривает. Вообще, задача менеджера не доказать, а показать. То есть, вы можете сказать, смотри, вот есть альтернатива, просто послушай, и если ты там уже с кем-то работаешь или еще что-то, ты будешь знать, что, во-первых, есть лучшие условия, и ты можешь там, не знаю, прожать или переговориться со своими нынешними партнерами, либо просто он выберет вас как альтернативу.